К новостям спорта. Азербайджан завершил свое участие в третьих всемирных играх кочевников. Сегодня в шестой день игр Азербайджан завоевал серебро на соревнованиях по самбо, уступив в финале сопернику из Туркменистана. 15-ю медаль сборной страны принес Эйваз Бахшиев. Еще три азербайджанских самбиста не сумели дойти до финала. Итого у сборной Азербайджана одна золотая медаль по национальной борьбе гюляш, 6 серебряных медалей и 8 бронзовых. Золото в актив страны накануне принес борец Джалал Сулейманов. Сначала я добился чистой победы со счетом 4-0. Потом моим соперником был представитель Кыргызстана, 7-й спортсмен в рейтинге и лучший в своей стране. Я уступал ему, но затем сравнял счет, и победа досталась мне. В финале мне будет противостоять спортсмен из Туркменистана. В прошлом году стал вторым на Кубке мира, а сейчас готовлюсь к чемпионату мира. Мне 18 лет, я в команде юниоров. Билет на это состязание я получил благодаря тому, что ранее занял второе место. В играх принимают участие очень сильные соперники.